Всем привет, хорошего настроения, друзья. Сегодня 30 декабря судьба занесла в город Остров. Я сегодня без колес. И вот по необходимости служебной здесь. Решил тут проверить радиоприем, но заодно показать, выезжая сейчас с Острова, с автовокзала на Питер, как тут все оборудовано и обустроено. Зашел в туалет, изумительный туалет при автовокзале. Туалеты, унитазы, как вы видите, без стульчиков. Бумага выдается только на входе. Из удобств вот такие вот двери, и цена туалета на автовокзале только платная, есть 22 рубля, по местным меркам дороговато. Но это так, лирическое отступление. Сейчас пойдем снимать видео про радиоприем в городе Острове. Такой незатейливый интерьерчик, но курить запрещено. Вот даже зеркало есть. Унитазами, видимо, тоже запрещено пользоваться. Ой, писсуарами. Видимо, поломались, чинить лень. Выходим. А пейзаж автовокзала. Ничего, конечно, от снега не чистится. Навес над перронами, разрушенный еще в 1800 каком-то году. У меня полтора часа до автобуса на Питер. Хорошо, как всегда, приемничек с собой. Сейчас пойдем вот на ту эстакаду. И попробуем снять. А, тут даже плиточки вымощены, гляди-ка с чего. Вот вам панорама славного города Остров. А вот это их автовокзал, на котором, как вы видите, даже так и написано. Остров. Букву О куда-то утащили. Да, забыл сказать, вот люди выходят, есть там такая вывеска «Кафе». Так и написано «Кафе», но в связи с пандемией из кафе убрали все столики. Кафе, правда, размером с мою кухню, 7 метров. Вот. Но раньше хоть столики были. Захотел я покушать, потому что особо так здесь негде. Купил там чебурек, вот каюсь, да, именно чебурек. И стаканчик кофе. А кушать у них там нельзя, в зале, соответственно, тоже. То есть люди вот так стоят на улице и потребляют кто чебурек, кто кофе, кто пиво. Ни столов, ничего похожее на какие-либо более-менее минимальные удобства. Все очень уютно и комфортно. Итак, город Остров Псковской области, 30 января 2020 года. Такой пейзажик. Мы на автостанции. С нами наша боевая походная магнитола Санье. Вот здесь, как вы видите, такая эстакада 1700 какого-то года постройки. Уже разрушившийся бетон. И прям за ней начинаются рядом с автовокзалом чьи-то нахаловки. Парники и бог знает что. Вот она, глубинка. Попробуем на, как всегда, сначала на амплитудной модуляции средневолновой диапазон. Что-то пробивается, но очень. Даже какая-то станция на СВ здесь ловится. Но ничего не слышно. Ну и все получается. Хорошие сильные помехи. В самом начале скалы. Тут вот что-то было, да?
то есть теоретически что-то попытаться поймать на средних волнах тут можно. Перейдем на КВ. Простите за съемку с рук, как понимаете, штатива здесь никакого нет и быть не может. О, морзянка. Это у нас первый коротковолновой диапазон между 75 и 60 метров. Какая-то морзянка пробивается. Короткие волны более-менее живые тут. Тут рядом аэродром военный. Ракетные части стоят, все уже передают. Это такое? Любители, что ли? Ну, с чего бы им быть на 60 метрах? Помеха с Лубинской, с Сибири связи. Морзянка. Да? Вот это диапазон. О, за 2000 любителей. Между 49 и 41 метр. Небо чистое, проход, наверное, хороший. Кошмар, эфир забит. Ну, надо, конечно, дополнительный гетер 1, чтобы SSB отстраивать. А так тут просто ужас. И все на таких востребованных диапазонах. Тут же китайцы пробиваются.
громко так. Ну, с искажением, потому что, видимо, SSB. И это все вот на общих таких используемых диапазонах. Вот сейчас на 41 метре находится. Китайцы тут же любители. Прикольно, такого не слыхал. Ладно, руки трясутся даже. Еще не разобрать. Живо еще ради любительской елки. Дальше все глуши, глуши, глуши. Но перейдем на другой диапазон. Так, как у нас там включается? Так, вверх щелчок. Это вот этот у нас СВ-2. СВ-2, да? Да, СВ-2 сейчас будет короткий волн осторожный. И сразу же. Китайцы или тайваньцы. Еще и перчатки не взял. Интересно, много чего ловится. Все в ССБ, надо кетеролин собирать отдельно. Ну,
需要在行李箱上绑一个行李条，这可真难倒他了。好在旁边有工作人员指引，王女士终于成功办理值机。多羡慕的面对。虽然是对于已经融入互联网加的群体，不但推出了网络设备，也让他们在刚开始使用时不适应。Нет, так, это у нас СВ-2, СВ-2, нет, не стой, извините, около 31 метра, извините, пожалуйста, обманул. Какая-то мешанина. Сколько сейчас времени в Китае? Для кого они отвечают? Странно, прибалтонов нет, здесь Грибалтика рядом. Кто на слух может принимать телеграф? Что передают? Okay,
kötődnek szülőhelyi főzési hagyományaihoz, és hajlandóak ismeretlen ételeket próbára tenni. A Song dinasztia Kínájában éttermek miatt, amelyek összesen hasonlíthatóak a fogadókkal. Míg az utóbbiakban is felszolgáltak ételt, azonban csak az evés és a nem evés között. Csupán egyfajta ételt főztek. Az éttermekben azonban a vendégek, akik gyakran nagyon is ínyencek voltak és kedvenc ételeikről is írtak, már étlapokról választották ki ebédjüket. Mengyuanlao egy kis hivatalnak, miután a főváros az északi Bianjingből a Qin támadás miatt a déli Yin'anba, a mai Hangzhouba költözött, nosztalgikus visszaemlékezést írt a régi fővárosról. Ebben sokat olvashatunk az ételekről és az éttermekről is. کیانوش روند آمارهای رسمی که روزانه اعلام میشن در کشور تیه Руки трясутся, видите, холодно реально. Кахиш яфте дар мугайсе ба хафтагай габти бала буд. Весь мир у наших ног. General circumstances. However, this circular also said that if the cold is considered crucial to controlling the epidemic, authorities there shall arrange workers who allow residents to help older people sort out the technical difficulties involved. The circular also authorities to create cold free checks at transportation hubs and highway service stations. По-английски, по-моему, но с контактом. Szakosodtak. Egy társas vacsora során több mint 20 féle ételt is felszolgálhattak. Вся шкала забита. Хайбар. Facebook.com/mashalradio ریدن کو مشال لريو دا د یخنه د سیاتي دو سره سم خلک شکایت کوي چې یو خوا په کور вообще скале просто вообще нет свободного места. Еще в этих диапазонах обычно город ничего не ловит. 16 метров, 19 метров. Все, дальше, по-моему, глушняк. Ну и так, поймали мы очень много. Все, всем привет, хорошего настроения, спасибо за внимание, всегда с вами Сергей.